Ну, Цезарич – это душа. Он не просто вкладывает в человека тренировку, да, он с душой ее вкладывает, он дает понять. Бокс – это не балет. В космонавтике у нас пример и на весь мир известный человек – это Юрий Алексеевич Гагарин. В боксе, я считаю, это пример как тренера – это Владимир Цезарь Черня. И я даже в детстве никак не мог себе представить, и очень этим горжусь, что буду тренироваться вот такого великого тренера, у которого всемирная известность. Так как воспитал нашего друга Константина Дзю, абсолютного чемпиона.